Хьюго с вами Яшимки, мы продолжаем проходить игру под названием Deeping Fire. Мы с вами находимся в новом месте. Короче, мы идем с вами в собор. Какой-то собор. Мир похож на пузырь, на плаву в бурном потоке. Огни — это леса для мира, чистый огонь горит. Как небо, а неизвестный огонь горит, как небо. Соединяя их, возникает жизнь. Амфилии — это точное семя бледного огня и яркого огня. Определенные атаки не могут быть заблокированы. Темные клыки получены. Ну, зато у нас теперь много хилок. Целых 6. Плюс 6 хилок. Так, цветочек сюда. Вот это место, это фантомы. Это чтобы сражаться с фантомами местно. Но я просто не знаю, есть смысл усложнять игру. День второй, пожар становится не... балансированно, можно сказать, даже самые простые измерения. Я не смею представить, что влечет за собой. Как я понимаю, я сюда должен был раньше прийти. А теперь я страдаю. Пожалуйста, помоги мне. Мои спутники, они все мертвы, даже наша церковь рухнула. Я не могу найти церковь нетронутой. Как будто никто больше не верит в углубляющий огонь. Просто ужасает. Пожалуйста, помоги мне оттолкнуть их зверей там. Я хочу посмотреть здесь часовню. Я не понимаю, у меня должен быть двойной прыжок в некоторых моментах, но его почему-то нету. Исключите синий свет, чтобы достичь собора. День 14. Флора увядает. Увядает в полях. Ой, блядь, так. Шипы. Надо хилиться.
плачет в агонии. Ванёк. Плюс еще прокачка. ХПшки. Я не знаю, у меня такое ощущение, как будто у меня должен быть двойной прыжок еще. А если я туда спрыгну, вернусь я потом? Что вот это за синие хуйнюшки? Теперь сундуки хотя бы светятся. А, может, кстати, огоньки и есть, которые следуют за светом. Что это? О, Рох, когда же это будет? Когда вы упадете? Аркория. Инвентарь. Значительно увеличивают атрибут атаки в течение определенного продолжительности парирования. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, ясно. Не знаю, по-моему, магия от хила за счет атаки это самое лучшее. Я вообще не знаю, есть смысл. Я понимаю, что мне надо... В смысле, оттуда что, нельзя упасть, я не понимаю. Можно. Так, темный кинжал. Оружие убийцы. Увеличивает ущерб, наносимый при нападении от спины врага. Таят в течение первого горла цели как тени. Увеличивает ущерб, наносимый со спины. Так, ну я понимаю, что, скорее всего, мне туда идти. Значит, пойдем и туда, и сюда. Оборудование. Я фиг знает. Типа топор только хороший. Темные клыки. Оружие темного убийцы увеличивает ущерб, наносимый при нападении со спины. И главное, мечей вообще нету. У нас один только меч. Я
просто малёха, сейчас не понимаю, куда мне, вверх или вниз. Воу-воу-воу! Спасибо, да благословит вас пожар. Мне просто нужно быстро отдых, тогда я начну строить часовню. Спасибо, да благословит вас пожар. Подожди, они что, мне броню снесли? Походу, да. Ваша кожа сожжена, вы не можете носить броню. В смысле? А как ее восстановить? Часовня была перестроена, молитесь со мной, если хотите. Разве меня сейчас будут выносить не намного быстрее? Все, спасибо вам, часовня перестроена. Теперь давайте помолимся о себе. Я не начинал свое служение. Я никогда не понимал их разговора о истине и генезисе. Церковь закончилась, но вера должна продолжаться. Вот почему я хотел построить часовню. Там должно быть некоторые выжившие, что означает, что для них должна быть часовня. Исправить кожу. Ледяное разжигание. А, вот что это! Теперь давай молиться вместе. Все, спасибо вам, часовня перестроенная. Найти потерянных бледные угли. Твои бледные угли прямо с тобой, мой друг. Все, спасибо. Ага, я понял. Плант, огня, семя, покупка. Церковная метира. Головного убора не только означает верность его владельцам, но и его... Говорят, что отталкивает стрелы. Уменьшение повреждений, полученные при ношении всего набора. Литургические останки церкви заставляет почти своего владельца необъяснимым сороком, что делает его неприятно носить, несмотря на его шелковистую марку. Его владелец остается непознанным. Мистические перчатки, кусок... Дуля-доски, церковь Дуля-Динской, считается, что моргальные присутствия аналогичны истине. В руки министра, министр персонал. Персонал священного послушателя позволяет, может легко вызвать пожар с помощью этого персонального, хотя его использование более перформативное, чем боевой пожары всего лишь... Носки к истине. Ледяные разжигания. Да, теперь я понял, зачем это нужно. Ледяное разжигание. Есть чувачки, которые будут мне кожу сжигать. Офигенно. Уменьшает урон шипов окружения и бонус к люб... Или лучше другой какой-то. Сочем яда.
Да, они вроде прыгают одинаково. Одинаковой высотой. Херячит. Это нормально. Любимак. Но этот чел по-любому нападет. Давай, запрыгивай, ты надоел. Тихо, еще остались пузырьки. Так, полусобор. Сохранение. Не-не-не, надо отдохнуть. До прохода нет, значит только наверх. День 19. Нет жизни, не может забежать даже человечество. Ну вот, мне нужен двойной прыжок как минимум. В игре его как бы нету. Этот мужчина пересекает над собором, играя в плен в этих руинах. Плачу и стону, день и свет, будучи непростой к моим исследованиям. Убей его, это будет хорошо, не только для меня, но и для вас. Лол. Хилиться, 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 челик. Наглаз за дерево, кончить его, да. Так, все, возьму яблоко мое. Я так малеха не понял, нахрена они мне вообще?
Как вот мне схватиться? Я фиг знает, куда мне идти. Ледяной разжигатель. А, я здесь был. Прикольненько. Так, подожди, я ж налево, да, шел? Да. Ладно, тут хотя бы эти прени можно пособирать. Босс. Ключ кафедрального зала. Ключ, который открывает путь в старую лабораторию на вершине холма, собора. Олим Перваном были пойманы ежедневно и отправлены в собор через эту дверь. Не, я мог, кстати, отсюда упасть. Нифига с этого не получить. Броня. А, нет. Подожди, пока я не лоханулся очень сильно. Пока я очень сильно не лоханулся. Просто там, скорее всего, будет босс сейчас. Я же правильно понимаю? А, нифига себе, мне тогда придется бежать. Ладно. Не зря, что у меня столько хилок. Же у меня столько хилок. Пойдем сразимся, что там за босс будет. День 26. У нас достаточно основной полагаться, что мир сломался. И все же все не безнадежно. Церковь вспомнила всех. Самые умные умы в мире встречаются с смертью вместе. Ага.
Лебниц и Планная. Игнасия могут сработать, они могут быть нашей последней надеждой. Ой. Черт, как цепляться? Я просто понимаю, что я не могу за такой уступчик схватиться почему-то. Хотя до этого можно же было. Ну ладно, бог с ним. Иди, убей человека. Убей человека, это должно быть так. Ну, типа, такие боссы, как я понимаю, будут фантомы. Знаете, он преуспел, но только частично. Результаты не достались, чтобы даже сделать воплеск. Я не против использования птиц для экспериментов. Я также не чувствую вину за это. Пусть они проклинают и обижаются на нас. Если им придется умереть, чтобы рост, чтобы жить, то я бы с радостью отправил их на смерть. Я Белый Принц, наследник Растинского престола. Буду держать пожары ростом. Репликант проекта Надзиратель. Лейбник. Наименование Луны. Надзирателя Игнасия. Куда-то дальше отправились.
Дулянский занята двумя вещами. Целует ботинки нашей королевы и публикует это, а не королевские ботинки. Ничего, как куча мошенников. Нужна монета? Углубляющий огонь требуется пожирателя полем. Нужен кто-то, чтобы умереть? Углубляющий огонь назначает тебе воином полем. О, апокалипсис здесь? Углубляющий огонь сердечно приглашает нас всех умереть. Каждый раз, когда я слышу, как Долей Доксхин проповедует и горцует, рассказывая о том, что бедный огонь является воплощением добродетели и рациональности, я смотрю на себя. Я должен быть в миллион раз богаче, чем они. А это значит, что я в равной степени добродетель. Ух ты, это должно быть дело меня богом. Я не знаю, стоит ли эту игру дальше проходить, либо можно застопорить пока прохождение этой игры. Те, кто ожидает смерти, найдут его доставленную, затем мы сможем продолжить исследование. Кто знает? Да что? Кто знает, чем больше вы сеете, тем больше вы пожинаете. Парированная дальность, парирующая. Половинки блокируют сожженное время в ламбе. Речь Игнасия. Радикальное время требует радикальных мер. В обилии материалов нет ничего особенного. Дело в том, что мы боремся против время. Я слышал голоса. Объявляет нас грешниками. Но нет, это не так. Мы предотвращаем уничтожение мира. Без мира как можно было бы говорить о морали. Мы делаем необходимое просто для того, чтобы выжить. Ибо все происходит от огней. И я существую, чтобы искать истину. Время близко. Давайте спасем мир. Один опять. Да, что вообще урон прибавляет слово на ничего. Мир похож на пенинскую воду в Тигле. Нет, не вода, но пена. На плаву в бурлящем потоке, так что они говорят. Хорошо, что наш маленький пузырь поднимается по поверхности. Плохо, что если он всплывет, мы все пойдем. Вот, видите, эти ростки, я говорю, специально в местах, где... Я понял, что эти чувачки очень опасны. Они не тем опасны, что могут тебе нанести урон, а тем, что твоя броня будет сожжена. Короче говоря, да, я думаю, на этом мы закончим. Босс был. Делать игру сложнее ради того, чтобы одолеть этих росточков. С одной стороны, окей, но с другой стороны, я не могу пройти игру на 100%. Ну и плюс я делаю игру
прошлую игру сложнее, то смысл мне от этого? Потому что я тогда вообще противников не смогу уничтожать. Ладненько, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Я не знаю, когда выйдут вообще эти серии. Выйдут ли они вообще. Ну, что придумаю, посмотрим. Может, другие какие-то игры сейчас поиграю. Потому что у нас... Может быть, это будет одна серия, и потом я что-то другое буду играть после вот этой вот серии. Потому что, я не знаю, там Borderlands, по идее, уже подходит к моменту, когда у меня крашнулся. И, может быть, еще что-то посмотрим, какие-то игры, более немного разнообразим. Потому что Metroidvania, у нас одни Metroidvania сейчас идут, потому что у нас еще одна игра, там тоже про Metroidvania есть. Би или Тио тоже, это Metroidvania. И то есть нужно какое-то разнообразие хотя бы вкинуть на... Хотя... На 20.00 и на 12.00 там другие игры выходят. Не знаю, короче, посмотрим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.